Кот, Снежок и Снежка. Как же забавно эта белая пушистая семья выясняет отношения. Просто испанские страсти кипят в сельском мини-приюте Людмилы Черницкой. У нас первая по-настоящему серьезная семейная ссора между котиком Снежком и кошечкой Снежкой. И все из-за этого злополучного лотка из прошлого поста. Парень думал, раз он король приюта, то он и властелин клеточки замка-крепости и всего имущества в ней. Но нет. У каждого короля есть своя королева, которая, ой, как быстро собьет всю спесь зазнавшегося хулигана. И в итоге он не царь зверей, а простой среднестатистический кот-подкаблучник. Снежки подрались из-за горшка. Снежку не понравилось, что его место занято, и всячески пытался прогнать Снежку, но он не знал, с кем связался. Несмотря на сильный натиск этого грубияна, Снежка отстояла свое право остаться в горшке. Как говорится, на любую силу найдется противосила. Даже немного его жалко. Парень был слегка обескуражен. Он же не знал, что Снежка с детства ходит на занятия под дзюдо. Ну, вы помните, как ее тренировал Рекс, и котик Жорик, и Ларик, да, вот эти все забавные истории, когда она крошкой была. Так что, девочки, курсы самообороны записывайте, знаете, кому отдать свои кровные, да. Ну, это даже если ничему не научитесь, будет хотя бы весело. Снежку ничего не оставалось, как принять свое полное поражение. Он капитулировал, лег рядом. Yeah.